Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Планерка за решеткой». Меня зовут Бакштей Дмитрий, и мы продолжаем проходить Call of Juarez Gunslinger. Перед тем, как начнем, покажу вам кое-что. Информацию про Джонни Ринга. Как всегда, почитайте на паузе. А также про Генри Пламера. Отлично. Есть еще Беннек, штат Монтана. Ну а теперь, ребята, сразу в бой. Этот уровень кидает нас прямиком в огонь. А вот так, не хотите получить? Оп, ударил об косяк. А вот это хреново уже. О, кого-то динамитиком точно убил. Так, винтовочка. Кстати, почему у меня опять скорострел обычный? Начнем с дальних целей. И с промаха начнем так же. Как и по ближним целям. Воу! Уроды. Загасил всех, кажется. I thought the Texas Rangers got hard. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night, as I fought my way past his loyal compadres. Что у нас тут? The very same saloon we're sitting in today. Охренеть. Кто разворошил весь Look салон? Around and imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me. И? Вот он. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that. Don't you think so, Ben? John Wesley Harden was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town. And I was hoping Bob was among them. Они все считают людей, которых убили. Да я их переплюнул уже раз 500. Уже больше сотни, наверное. Если не больше. Nobody stupid enough to go after Harden anyway. Better 3 hours early than a minute too late. Здравствуйте, ребята. Я знаю, вам это не понравится. They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Harden was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Harden wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Harden's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Tell Harden someone's coming for him. Откуда этот голос был? Stop that, so bitch! Снизу! Let the boys know we got another logo. Кто там стреляет еще? С этой стороны. Там лагерь палаточный. Я увидел палатку. Отходим по скалам, только смотрим в ту сторону. Вроде никого. А вот здесь внизу кто-то есть. Опа! Встретили нас пулями. Кто ж так стреляет, упырь?
You can't hide from me. Да ты что? Я не собирался. Я умру или нет? Нет. Я боялся, что скрипт сработает. С этими справились. Так, а тут что-то интересное. А, нет, обрезанный дробовик. Ничего интересного. Идем. Давайте заберемся на водонапорную башню. Отсюда вид должен быть, зашибись. И секрет здесь найден, конечно же. И подсказка, кстати, была вот в левом углу. Верхнем. Мол, секрет где-то рядом. Найди его. Я будто бы не увидел секрет, который лежит прямо перед носом. Да. Давайте отправляться до города. Там нас уже должна ждать арава от других ребят. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Скольких ты уже убил? Скольких погубил? Мы дошли до города, но с какой стороны мы будем заходить в него? Это отъезд. Здесь одна сторона. Вот и ответ, собственно. Before I could test my mettle against Harden, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Вот это было нормально. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Бегун, мать вашу. Черт, повезло. И опять повезло. А вот, собственно, и то место, на котором мы начали. Салон уже совсем рядом. Опять убийство в падении. Я этого не понимаю. В каком нахрен падении? I think I already mentioned that I found Harden in this very saloon. А почему салют не взорвался? Да, слушайте, мы на этом же закончили. Но немножко по-другому здесь все было. Ну да ладно, заходим в салон и... Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Черт! Вот это я зашел. Вот это облажался. Эй, почему нету? А, вот он, второй стрел. Второй пистолет. In fact, I felt a certain hostility. Понятно. Мне кажется, что это рассказ. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. Мне кажется, это был рассказ как раз таки. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Об этом самом быстром стрелке. Или нет? Или да? Первый раз убил 15. Убил человека за храм. И еще 40 просто за то, что дышали. Джон Уэсли Хардин. Разве не 40? I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks. Гляньте, он просто стоит. I need my own if I was ever to defeat him.
просто стоит и ничего не делает. Ого! That man was faster than grease lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. Боже. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back at a saloon, just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Извиняюсь за кашель. Теперь по наклонной точность с каждой миссией все хуже и хуже, но это нормально. Вообще сейчас не понял, что происходило в этой миссии, но вот эта дуэль мне действительно понравилась, ребят. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures, like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Пятый эпизод. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. И за что же он мстил? Танцы с отступниками. Сайлас Гривс преследовал опасных преступников, таких как Джон Уэсли Хардин, в надежде, что они смогут навести его на след Брайнта. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high, they tickled the nether regions of heaven. Давным-давно в далеких горах. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. And the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Да, его можно понять. А вот узнать, что с ним будет, узнаем. Да вот только в следующей серии, ребят. Всем спасибо, всем пока.